Где он? Так, друзья, после великих битв что-то здесь вроде произошло, правда, непонятно, что произошло. Что-то делают. Да. No para Puerto Rosario, ¿eh? Puerto Rosario. El camión tiene la torre grande y el de carburo por meter aquí lado, lo único que me queda. ¿Y por unos huevos? Sí, sí, el huevo de sobra. Me impresiono el evento. ¿No hay más carga para nosotros? Nada, lo demás parte de la guía. Justificada la salida del Teneguía, hombre. No, negativo, ¿no? Negativo, no. Vale. Vale, vale, mira cómo lo deja ahora para la última playa. ¿De acuerdo? José, el Teneguía ya va saliendo de Sanapú. Eso me lleva diciendo desde las 6 de la tarde. Sí, pero ahora ya es seguro. De verdad. De verdad, de la buena ahora. Cristina, salimos en hora, ¿eh? Билеты же у тебя? Por favor, el carburo por el timón, lo meto también, por favor. Thank you.
кто-нибудь зажег эту лодку. ¿Tarjeta de embarque? Ticket. Ticket. Yeah. Yes. Okay. Ajá. We go. Okay. Vale. Well, thank you, bro. Gracias. Gracias. Я надеюсь, единственный нормальный чувак здесь, в этой их фирме. Вас не пустят. Где здесь? Я выхожу. Sorry, ticket here, no? Como? Ah, ya lo trajo acá. Сейчас, пока она будет говорить. Ah, okay. Al barco. Al barco. Ah, vale, a la escala. Venga por aquí. Sería. Ah, ok, y from. De él. Ah, ok. Ok, y from. Okay. Go to the square. Ok. Это вообще прикол. Такие приключения. Прямой получается. Да уж. Да. Паспорт? Sí. Паспорт? Да. Да, дай ей два просто. Так, ничего не забыли мы? Ты в машине же ничего не забыла, нет? Нет. Все взяли? Ой, алхамдулилла. Да, это был крутой маневр, конечно. Куда? Главное, мы залезли на порт. Да. Ничего себе приключения. Вот они. И, конечно, уроды они, конечно, да. Присанули. В общем, как вы поняли, история была у нас сумасшедшая. Эти дебилоидные компании, на которые мы едем, под названием «Армаз». Во-первых, они нам продавали билеты. Это было ужаснейше, на самом деле. Ладно, мы еще молодые, я молодой. Но дело в том, что там стояли женщины, бабульки. Кому-то плохо стало. Дедулька там один чуть не откинулся. Ему там эти спасательные машины. В общем, ужас, что творился, когда эти билеты продавали. После этого приехали, где должны сидеть, сели, все нормально, ждем. Вот. 300 раз спросили одну идиоту. 300 раз, да, спросили у этого идиота, который там работает.
название этот, Вентура этот, или как называется? Порт Вентура, да. Он говорит, CC, естественно. В общем, я это все на видео записал, вы это еще можете посмотреть. В конце концов, этот дебилоид высадил нас в другом месте. Вот, в другом месте мы проходим, они говорят, типа, мы не при делах, автобуса нету, мы не знаем, что хотите делать. Естественно, начались бунты, мы подняли, захватили две эти кассы. Вот, после этого начались какие-то шевеления. Вот, говорят, такси вызывайте. Такое, какое такси вызывать? Кто его будет вызывать? Во-первых, кто его будет вызывать? Во-вторых, как его вызывать? В-третьих, такси нету. И в-четвертых, когда она приедет, то есть до парома 10 минут. Вот, потом вся эта перепалка продолжалась минут 10, наверное. Притом она была в жесткой форме, переходила то на жесткую форму, притом и на русском языке, и на ингушском языке, и на английском языке, и на испанском языке, на всем, чем можно, она переходила. Вот, в конце концов, они, наверное, поняли, что или мы сегодня уплывем, или этот паром не уплывет, и дали нам вот этого вот чувака, который нас сюда привез. Хвала Всевышнему, мы зашли на этот паром, и сейчас здесь находимся. Я надеюсь, что нормально теперь доберется, потому что эта фирма мне уже очень сильно не нравится. Такие вот дела, что пока все, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию. Сейчас я эту фирму эту покажу, вот она. Армаз, да. Друзья, не ездите на этой фирме.